Так, Сахалинская 25А. Был у нас выезд собачки вот этой женщины. Так, посмотрите. Светлана Эрнстовна. Угу. Ваша собачка, вы держите для размножения? Для размножения это еще щенок. Нет, вы сказали сами для размножения, так? У нас, да. Мы а зачем вы их размножаете? В смысле? Мы их всю жизнь размножаем. У нас их 28. Где 28 у вас собак? На Горной. На это у вас наверху приют который? Нет, у нас не приют. Ну не приют, мы там живем, на даче. Угу. Ладно, я вас понял. Давайте напишем с вами объяснительно. И потом пусть департамент городского хозяйства с вами уже беседует.